Мангуст против черной мамбы. Это одна из самых ядовитых змей. При одном укусе черная мамба вырабатывает дозу яда, способную убить 15 человек или взрослого слона. Но маленький зверек словно танцует со смертью. Он снова и снова наматывает круги вокруг змеи, вынуждая ее атаковать. Ловкими прыжками мангуст уворачивается от смертоносных ударов, изматывая змею все сильнее. Одно неверное движение черной мамбы, и мангуст, пользуясь моментом, прокусывает ей голову. Змея еще жива, но она уже не представляет опасности, и мангуст с легкостью расправляется с ней, унося добычу с собой.